не а в Донецку, посмотреть. Пане Романе, росіяни нервують? В Донецке там интересная ситуация. Их вывели из города, расположили в полу, таком вдоль города, то есть городской западной части по полупериметру Донецка. Они пытаются наступать в районе Маринки, в районе Авдеевки, на Красногоровку, там со стороны Песок. А в самом Донецке пока на расслабоне. Те, которые там остались, а там в основном остались, ну, это менты донецкие, части ЛДНР, которым, в принципе, уже, наверное, в этой они 10 лет воюют, им уже эта война за гланды всего и вся принесла. Потому такие на расслабоне. Но Донецк на таком тоже низком старте. То есть прекрасно понимают, что если одно из направлений удара будет в Донецк, то наши войска точно в него войдут. Особенно если будет опять несколько вариантов. Один из вариантов мы с вами как-то раз проговаривали по объездной дороге, да, с Авдеевки на Москина и на Ларина, то есть мимо МИСИ, Киевского инженерно-строительного института. Там неплохой участок можно отсечь. Это практически весь Донецк будет отсекаться от Макеевки, а дальше ему очень тяжело там будет находиться. Потому Донецк на таком низком старте, и очень сильно сейчас начали нервничать в Горловке. Потому что это наше движение войск от Бахмута в сторону Тюмовки и вдоль водовода, это же как раз по высотам вот этой Горловской гряды. И мы идем по высотам в сторону Горловки, там Торец рядом. Потому в Горловке народ там тоже поднервничает, уже смотрит, как еще бежать в сторону Енакиева. Сейчас общее такое напряжение в российской армии, оно увеличивает. Они попытались информационной волной каких-то там побед их и уже провалившегося украинского наступления, а мы же еще даже не начинали. Формирующие операции – это не прорывы. В прорывы вводятся уже оперативные резервы, стратегические резервы, так называемые. А их еще и близко не было на линии фронта, они стоят где-то километров за 100. Но они уже прозвітували, что они знищили ледь тут не всю линейку Брэдли, ледь не всю линейку Хаймарсів, F-16, F-18 и всего іншого. Они же про таке звітують, такі в них перемоги. Пірові. Да, вбили все космические корабли американские, в общем, уже все, уже и НЛО даже позбивали. То есть, ну а проблема-то у них сейчас будет, вот она будет уже на этой неделе. Формирующие операции проводятся 1,5-2 недели, ну это максимум 2 недели. Вот это вторая неделя, получается, сейчас началась. И к следующему понедельнику мы с вами будем чуть другую линию фронта уже, наверное, рисовать. По крайней мере, по одному направлению одна из операций уже точно начнется. И может быть с участием и стратегических, в том числе резервов. Не вряд ли всех. Но формирующие операции должны закончиться уже к концу этой недели. Следующая неделя, она уже будет одна из таких решающих. Потому к концу июня у нас будет всего интересного и очень много.